В Украине продолжается суд над президентом Порошенко за обвинение в государственной измене, выразившееся в торговле с врагом в 2014-2015 году, в финансировании ОРДЛО, бандитов, которые, де-факто это бандиты, это ДНР, ЛНР, две террористические организации, которые полностью подчинены Кремлю, Москве и так далее. Правильно ли судят? Да, конечно, правильно. Я тысячу раз говорил по поводу торговли с врагом. Это я еще в 2014 году, в 2015 году говорил, что нельзя торговать, что торговля на крови это зло, которое надо было прекратить. Я тысячу раз рассказывал о том, как ветераны батальона «Донбасс» останавливали вот эти поезда с этим кровавым углем из ЛНР, ДНР, так называемых. И вроде бы как суд правильно должен быть по этому поводу состояться, потому что нельзя торговать с Путиным, нельзя использовать при этом путинского кума Медведчука, который вражина. Все правильно, надо судить, надо. У меня только одно небольшое вот замечание. За прошлый год, друзья мои, Украина купила у России товаров на 1,5 миллиарда долларов. Но судят Порошенко. А теперь у меня все.